Хотите знать, какова судьба штрафов 3 миллиона 600 тысяч гривен, составленных на гражданку Никандрову за управление автомобилем на европейской регистрации? Тогда не переключайтесь. Друзья, с вами Тарас Юрист на моем канале, и в этом видеоролике я постараюсь рассказать о гражданке Никандровой, на которую составили штраф за управление автомобилем на европейской регистрации в 3 миллиона 600 тысяч гривен. Кадиллак Ескалей 2007 року випуску на литовських номерах став головним болем для родини Никандрових. Митниця виписала їм штраф понад 3,5 мільйони гривень. У фіскальній службі наполягають, їздити без розмитнення протизаконно. А таке фінансове покарання пояснюють значним об'ємом двигуна і віком машини. До мене оказання юридичної допомоги займався Назар Ужвій. Составляв іск і подавав іск в суд першої інстанції в Приморський районний суд міста Одеси. Что вы делаете? Отойдите! Что он делает? Вот это что? Подождите, он тут стоял! Отойдите! Это нормальное поведение? Отойдите! На сегодняшний день могу констатировать факт, что Назар Ужвій спекся, в принципе, из этого дела и пропал. Я не быдло. Я образованный человек. Если человек тупой, я говорю об этом прямо. Я не сказал вам, что вы тупой. Я сказал, что у меня есть основания такие полагать, что вы не воспринимаете нормы действующего законодательства Украины. И никакой связи с ним нету. Поэтому Никандрова и ее муж обратились ко мне, чтобы я представлял ее интересы в суде апелляционной инстанции. Мне, естественно, потому что Назар убежал, пришлось составлять апелляционную жалобу, пришлось составлять заявление на восстановление сроков на апелляционное обжалование. Суд, в принципе, мои заявления все принял, но дал нам время, чтобы оплатить судебный сбор в сумме 8800 гривен. Данный судебный сбор на сегодняшний день оплачен. В реестре на сегодняшний день значится информация о том, что дело принято к производству, но дата заседания на сегодняшний день не назначена. На сегодняшний день для меня, как для адвоката, перспективы данного дела понятны и просты. В чем они заключаются? Наша судебная власть настроена против граждан, она настроена за государство. То есть я уверен на 99,9%, что данный штраф 3 миллиона 600 тысяч гривен останется в силе после того, как мою апелляционную жалобу рассмотрит апелляционный суд. Единственное, что может повлиять на решение данного дела, это значительная общественная огласка данного дела. Если вы после просмотра данного видео постараетесь им поделиться где-то в социальных сетях, поделиться с друзьями, рассказать о нем максимально своим знакомым. То есть привлечь внимание к этому делу. Когда будет назначено уже судебное заседание, я об этом сообщу дополнительно. Наши граждане, которые управляют автомобилями на европейской регистрации, пришли в суд и поддержали меня во время судебного заседания. Потому что я лично, друзья мои, не езжу на автомобилях с иностранной регистрацией. А многие наши граждане, как я смотрю, ездят. И вы должны понимать одну простую вещь. То, что если вы сами себе не поможете, никто вам не поможет. Поэтому вы будете следующие, и на вас так же само смогут составить штраф на какие-то миллионы гривен, и потом во время судебных заседаний вы не сможете ничего доказать, и штраф так и останется. Кроме этого, я хотел бы попросить моих коллег и людей, следующих в таможенном праве, в комментариях под данным видео дать мне какие-либо советы и рекомендации. Если у вас есть практический опыт ведения данных дел, пишите, не стесняйтесь, буду благодарен любым советам, любой помощи. Если вы хотите быть в курсе актуальной информации по данному делу, обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить пальцы вверх и обязательно поделитесь данным видео в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнали о ходе данного разбирательства.